Пожар в Балаклее Харьковской области. Сегодня днем здесь загорелась стихийная свалка. Огонь охватил почти 1,5 гектара территории, заваленной отходами и лесополосу. Неподалеку городской мусорный полигон. Возникла угроза распространения огня на этот участок. Но около десятка пожарных подразделений из Балаклея и соседних районов смогли потушить огонь с воздуха и при помощи спецавтомобилей. Ближе к вечеру пожар локализировали. Теперь же спасатели ликвидируют малейшие очаги тления. Напомню, буквально год назад в Балаклее на крупнейшем в Украине складе боеприпасов начался пожар. Снаряды взрывались 3 дня. Разлет достигал нескольких километров. Пострадали дома местных жителей. Людей тогда пришлось эвакуировать. Причиной возгорания назвали диверсию, которую осуществили с беспилотника. А уже этой весной на арсенале снова сдетонировали боеприпасы во время разминирования. Сегодняшний пожар, говорят спасатели, угрозы складам не представляет. Свалка находится за чертой города.